Привет, уважаемые подписчики. Всем добра, здоровья. Идем похмеляться. И я в том числе. 92-й день. Похмелье. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Короче, поймал я Машку. Уже это... По-человечески она типа не понимает уже. Наорал я на нее. Замотал ей ногу. Вот, вечером надо... еще сообразить на бинт. Ну, бинт там херня, сколько? Полтинник стоит, да? О, перемотать ей на ночь другую фигню. У кого есть желание помочь каналу, все в описании. И ваша помощь в виде комментариев и лайков тоже приветствуется. Спасибо всем за поддержку. Подписывайтесь, ребята. Подпишитесь, да, на канал. Всем добра, здоровья, приятного просмотра видоса. Маша, замотала ногу. Нет, еще и лимикон вчера Игорь дал. А? Игорь, еще и лимикон. Нахуй мне твой Игорь, я тебе купил мазь, зачем? Ну, блядь, я еще не могу, где на улице его делать? Сутки прошло, замотай ногу. Я делаю, блядь. Пиздец, тебе люди помогают, ты как это относишься, блядь? Пизда, блядь, сраная, нахуй. Негодяйка, нахуй. Ну-ка, покажи. Казаки сказали, блядь, если будет еще хуже, вызовут они меня за... Да она у тебя уже пиздец, посмотри, опухла, блядь, в два раза толще. Нихуя себе, ебаный. А гной, знаешь, сколько вышел сегодня опять? Да знаю я, ну примотаю эту мазь прям сейчас, нахуй. Вот эту? Да, Вишневского, нахуй. Люди помогают, бабки скинули, а ты как это, нахуй? Ждешь, посмотри, она у тебя отекла, нахуй, пиздец. Без ноги хочешь остаться? Да. Сегодня среда, сходила бы в эту, в баню. А? Ну, сейчас можно, до 5 вечера можно идти. А где? Маш, ногу. Прям это, слышишь, это, бинтик оторви, вот так его конвертиком сложи, кусочек один, на него прям нахерач, приложи и остальным бинтом замотай. Ты меня слышишь или нет? Ну, это, подержи, Аслан. Поснимаем. Да, не строевая. Я знаю. Ай, Манюша. Далеко. Повыше санину задирай. Больно, да? Она горячая у тебя, пиздец, нахуй. Ай, Манька. Это болячка или ты где-то... Маленькая болячка.
Бля, ты сделал как гид, бля. Бриллиантовые нога. Далеко-далеко. Пироманию скорой вызвали. Лечит. Да хоть май, хоть хотя бы руку помой. Где на один раз хотя бы. Не, на самом деле, Маниш. Старость не радует. Какого ты старый? Ты у нас самая младшая, ты у нас. Самая преданная. Смотри, как она сидит. Не, он их запомнит. А не посмотри, как он посидеть. А левый дубль есть? Я вчера выиграл туда. Ну не сейчас же. И вечером вот Лео Миколь есть. А, у тебя еще Вишневского осталось. Вечером бинт надо эту выкинуть нахуй повязку и новую наложить. Ну ладно, пойдем туда. А где молодая, красивая есть? А, это не знаю. Не знаю. Забухала, не вышла на работу? Здравствуйте. А, дайте, пожалуйста, Вишневского мазь. Ага, и слышите? Так, широкий бинт. Сеточку фиксирующую, как да, она называется? Да, только бинты пехохав сетчатые. Чё-чё? Бинты только сетчатые, пехохав. Где-то 145 рублей стоит. Вот таких трубчатых бинтов сейчас нет наличия. Если вам зафиксировать нужно повязку, да, есть да, такие да. Бинты, сейчас вам покажу. Но он не трубчатый. Он нужен бисеткой. Ну не надо тогда, не надо. Нет, нет. Это то же самое, что и бинт. Так же он будет соскакивать. 91. Карточка есть аптеки? Нет. Вы мне не очень обещали. А там нету 91. Нет. Я думал, вы там 5000 меняете, а вы там с полтинником. Рубль дайте мне, пожалуйста, там 10 рублей. Что-то она обещает. Там 20 рублей 50 будет мелочью? 50, да. Уже да. Так. Сейчас я. Ну, короче, бинты Вишневского я купил. Этой сеточки нету. Ну, вот, короче, бинт Вишневского.
сейчас какой-нибудь пакетик найду, даже пакетик мне не дала. Ну вон там на базе что-нибудь найду, чтобы это вдруг дождик не промокло. Положу и предупрежу ребят, чтобы передали Маше. Ну, если сам увижу, значит сам все сделаю. Между делом тут заскочил на Новослободку. Сегодня аптечный день у меня. Купил девчонкам, пацанам ацетилку и цитрамон. Вставай лечиться, блин. Ксения Николаевна. Привет. Как там, удобно тебе? Если низко, еще один слой картона подложи. Да, конечно, сейчас уже. Повыше будет. Спасибо, Саш. На здоровье. Кушайте. Да. Хотите, сахаром там присыпьте. Вы сахар, зуб разболится. Сумасшедший, что ли? У тебя зубы есть еще. Шикарно живешь, блин. Я сейчас вас покусаю, Александр Николаевич. Ой, блядь. Погодка вроде распогодилась, да? Распогодилась. На целую неделю вообще показали этот дождик. Дождь? Да. Кратковременный. Кратковременный. А куда твой любимый убежал? Он ушел в магазин. А у него деньги есть? А я ему? Нет. Андрюшки-то нету, а у этого нету. Я вот смотрю. Позагорать. Позагорать? Без солнца. Ну его нафиг. Маня, ты забрала лекарства на базе? А я еще не ходил туда. Сходи на базе, там у них лежит. Я промокну сейчас. Ну вообще говорю. Мазь Весневского и бинт я тебе купил. Слышишь меня или нет? А? Что у нас на будет? Содрала болячку, загноилась. А внутри загноилась. Гной, там бедет с ним, в автобусе когда была. Надавила, это белый гной вышел. А что ты не утачиваешь? А чем я, блядь? Ты меня слышишь, я купил тебе лекарство. Мазь Вишневского и бинт. Лежит на базе. Я сейчас сам схожу, нахуй, принесу. Замотаешь хоть сама? Фу, блядь, да не лезь ты туда, ебаный в рот, космос, блядь. Ну, тошнит смотреть, блядь. Ну, вечно, целый день у тебя, то скоро у тебя рука вот так будет, нахуй. Да ну вас, нахуй, кто-то спрашивает. Ну, конечно, ты мне вчера говорил, что меня спрашивали. Сегодня и сегодня опять спрашивают. И завтра стопудово будут спрашивать. Это какой шлюбой ты сам? Чего? Шлюбой. Что с Любой? Кто? Ну, парень и кто там ее? Он Любу первый спросил, ну тебя. А, это, как он? Депутат, что ли? Толстый. Сейчас я схожу, блядь, принесу тебе. Мазь ебаная. Замотай только. Не замотаешь, я тебя отрублю завтра утром ногу. Ну. Поняла? Я тебя видел 50 раз, проебал. Ты уже ходишь вокруг себя, не видишь нихера. И там резать надо, нахуй. Выкачивать всю эту заводку. Там гноя, пиздец. Стоит. Такой стакан можно его накачать. Пусть примотает, но прорвется, нахуй, вытечет само. Ехай, режь, ёпмаш. Не надо, блядь, своим резанием, блядь. А чё ты боишься? У меня, блядь, половина людей ушёл уже на то. Тогда ногу, нахуй, отрежут, ёпта. Не надо мне ногу. Ну, я потом... Так, ладно, пойду я сбегаю, блядь, принесу ей нахуй.
Вот так вот, ребята, слышали? Дойди на базу, я тебе купил бинты, мазь. Она мне отвечает, там дождь идет. Ну, а мне типа не идет. Много старых персонажей появилось. Юрк Трясогузка появился. Валера Узбек здесь. Ну так чисто. Приехали в гости. Ну, вот Космос с Машкой здесь бухают. Аслан с Бульбой. От дождя прячется на базе. А, и Димон здесь. Димон. На. Примотай, сходи куда-нибудь он в туалет. И за... Когда попозже? Я домой хочу вытащить. Димон, как дела? Ну, как всегда. Как всегда? Погода дождливая. Дождливая, шепчет. Ни хера не нашептала сегодня погода? Немногословнее. Я понял. Мань, я проверю вечером. Слышишь или нет? Сань, ты нарезки не делаешь, наверное? Я поняла. Маня. А я куда иду? Маня, блядь. Я проверю вечером ногу твою. Замотала или нет? А? Хорошо. Хорошо. Что, командир? Холодно, грустно, да? Выпить бы, да, Валя? Бутылочку другую. Выпить-то есть, конечно. Есть выпить? Конечно, есть. Ну, наливай, ёпта. Хуеси. О, Левин Браун. Ёбаный, почешись. Пошла жара в хату. Вот она где. Цирроз печени. И все остальное. Да, слепота, импотенция. Седые волосы. Седые волосы. Сам начал брови не посинели. Ой, стакан уже у Космоса есть. Нет, это у меня. Маша, спустите, вода есть. Только из руку наливай. Какая хуйня. Валер, большой, я засу. Через руку, во. Он еще суеверный. Давай. Кропай. Мне сегодня толпа бабок с пустыми ведрами дорогу перебежали, блядь. Я и то молчу. Держи. Валер. Шайтан вода. Шайтан вода. Смотри, блядь. Таким, блядь, надо будет распиздеть. Конкретно, блядь. Да хуй тебя знает. Валер, ты живешь с Машкой, что она тебе не накормит. Какой он живет? Ты ебанулся, чем? Лёд, ты что, замерз? Альфа самец. Альфа. Дай печенюшечку тоже. Дайте хоть выйти. С кем ты там? С Леной? Лена, привет. Привет. Как дела? Что, снимаешь? Да. Но он снимает это. Прямая. Быстрее. Что, Юрок сиканул, да? Скажи, о чем думал, когда выпивал? Перед тем, как выпить. Не вино, говорит, в городе Дзержинске. Ну, кто знает, тот поймет. Я понял. Дзержинск был город.
что я могу сказать, я ребёнок. Давай так, с кем живёшь? Аслан у нее официальный муж. Не надо пиздеть. На солнце мне грызет. Нега, ебану. Вот так, нахуй. Закушу за ваше здоровье. Вот здесь раньше тусники были, да? На этом месте. И тишина. Машка, что молчишь? Когда пойдешь ногу мазать? А? Мозги, прикинь, сработали. Ехать, блядь, в автобусе, блядь, где кругом, блядь, народ, блядь. Она, блядь, лапу свою стоял. Ну, ебанутая. У меня, блядь, уже лопнула она, понимаете? Я купил у нее мазь, бинт. Я не слепой. Вчера подписчики. Подписчики дали денег. Дорогие подписчики, спасибо вам. То, что купили нам мазь и бинт. Спасибо. И Бог вас дает доброту. Валера, все, ушел в себя, приду не скоро. Вася! Он уехал, да, ну я знаю, зачем я уехал. Я не скажу, это было все просто. Два дня рабочих дня, это не просто, это очень непросто. В смысле, ну ты рад, пожалуйста, там сколько? Ну, сутки дали мне. Лёха. Ты в рабочем доме был? Да, Лёха. А? Нет, говорят. Да он за всё. Он за всё будет, понимаю. Ты чё, охрип, бля, песни орал, что ли? Ты. Я? Ну. А чё ты еле разговариваешь? Что дает о себе знать? Бетон. Бетон? А он, сука, пидорас, тянет. Он же, бля, такой. При чем здесь Горлов? Горлов он никакого отношения не имеет. Алло, мужчина. Можешь такой ебло? А ты можешь, что такое верхние дыхательные пути? А? У тебя почки, хуёчки там, я понимаю, ну вот вообще ни при чем, Валер, тут больше типа не детство.
У меня... Параграф 74. У меня все. Верхние дыхательные пути. Если начать обронять, нормально. Так. Только волосы здоровые. И то вряд ли. Не хватает кератина, да? Машка, сходи в туалет, замотай ногу. Когда? Что ты пищишь, как будто я тебя, блядь, заставляю, нахуй. Пизда не строевая. Да я схожу, блин, ну чё, блядь, ты меня закопаешь сейчас? Я так езду, пару, я ушла. Я автобус отсюда. Передай мне, передай мне. Я ещё как раз заканчиваю. Дождя мелкого, не такого. Ну, дошла. Он ещё прогулил. Пошёл. Пошёл, покурю. Ты меня смучишь, да. Потом будешь ебальник свой делать. Вот это ее не было здесь никогда раньше. Он дебил, блядь. Кого не было? Лавочка. При чем здесь лавочка? Ты мне про лоб. Я тебе сравниваю просто. Когда их пять, то я, блядь. Тупорылый такой ляпнуть. Пока не сообразил, ну сейчас. Я не говорю сейчас. Это было. Вы несчастный. Я на тихую сломал. Потом еще кричал. Ну и что ты хотел сказать, когда ты был бы сниматься? Я говорю, 4 лавочки, я перескакивал. Перепрыгивал. В длину? Нет, в ширину, ёпта. Нихуя ты, блядь. В какую ширину? Что было? Вот они вот так вот стояли. Я уёбывал, нахуй. Я прыгивал. Кузнечик прям, блядь. Я тогда, чтобы ноги у меня болели. Один раз была хуйня, но это и то там я не был. Когда я с угловой, справа план. А как различить его, право или нет? А вот смотри, вот поле. Ты там духуй, оно может с одной стороны быть право, а с другой. Ты дебил, нахуй, ты меня слушай, а потом будешь пизды. Вот поле, вот ворота. Ты его специально драконишь, да? Да он специально. Я здесь сейчас дракон. Говори. Валер, ну мне интересно, где в поле право, блядь, где лево? Там с одной стороны лево, с другой самый лево. С Ренатом, он пизле получил уже, он пизле получил. И право тоже, кто? С одной стороны. Наговорил столько, что мама не горю. Кто? Не понимал я. Ренат. Какой Ренат? Татарин я. Ну это уже не судя. Департамент Москвы. А, он не Ренат. Бежишь сюда, правильно? Не Ренат. Как ты? А кто? Сзади. Я как-то знаю, Ренат. Маэстро, я говорю, где у тебя право? Знаешь, что же сказал? Сзади. А где оно еще может быть? Как зовут этого департамента? Не Ренат его зовут. Ренат. Не Ренат. Ты с трибуны играешь, ты. Я не знаю, ты. У тебя с какой, с правой руки, правильно? Играешь-то ты, а не трибуны играют. Блять. Сейчас я. Ну и что, сейчас я скажу, как тебе, как его зовут. Дальше ты разъебай. Ай-яй-яй-яй. Рамиль. Рамиль. Что ты вообще, блядь,
Я извиняюсь вообще. Тупорылый, ты. Куда право? Запомнить не мог. Рамиль или Ринна? Рамиль. Ну, Рамиль. Саша, Вася. Я плюс-минус. Минус, но совесть плюс. В нем играет, но совесть в нем есть. Какая-то человеческая. А так обычно что там? Совесть есть в нем. Да. Ну, начали с анатомии, закончили футболом. Ну да. Вот такие. А хавбек тогда кто такой? Хавбек это полузащитник. Какой? А защитник это бег. Ой, какой? Оборонительного плана не нападает. Они есть тоже полузащитники. Ёжик и балбес. Шарик. Точнее, шарик, да. Знаешь, как Германия, Иван, твой день, как сборная России. Какая Германия, какая сборная России? Ты по какому и говоришь-то хоть? Вот. Еще, еще один, ребят, бомжара домой уехал, Пенза. Слышь, братан, а, братан, канадцы стали чемпионами. Я добегаю, скоро въеду по явлищу, ты будешь охуевать, малый. Давай, приезжай, мы тебя ждем, братан, ёпта. А, все, отдышите. Поебали, курица, сам главный. Я ты, говорит, пьяню, спал. Ты пьянючий, говорит. Ты да? Почему пьешь, гадость поганая? Да мы что, есть на что? Ну, с кем? У тебя и рожа, бля. Ну, я говорю, смотрю, у него прям губы. А что, свои продукты, свои курицы, блядь. Огород свой. Все заебись у него. Посмотри, маэстро, красавчик Киши, вот это распиздец, и он пизды скоро дам. Пизды приедут, да? Слышь, я скоро в Сочи поеду, ёп. Зараза-то еду. Тоже, ребят, с нами тут бомжевал раньше. Максим, Пенза. Короче, у меня твой цик. Дома сейчас. У меня твой цик. Ну и про себя любимого нам не забывать. Сделал стрижечку. Довольно-таки дешево, 200 рублей. 199. Вот, где это? Сделаем маленькую такую вывеску. Поблагодарим заведение. Так, какие планы еще на сегодня? А, Машу я пока не вижу. Не знаю, где она есть. Вот. Купить надо ей эти. Мазь. Сейчас идем в аптеку, короче. Мазь для ноги. Пока попробуем Вишневского, ну не знаю, если там не поможет, я думаю, поможет. Просто гнойный свищ. Не. Бурсит, люди, не гоните пургу, блин, бурсит, ну хоть это. Я понимаю, Google это такая тема, что можем там прочитать все. Вот. Обычный ушиб, царапина, не моется, загнило и распухло. Все. Получился небольшой свищ. Надо его вовремя полечить, чтобы не прожег этот свищ кожу. Если кожу прожгет гнойная инфекция, то будет беда. Потому что колено это такое место очень уязвимое. Но где она есть, я не знаю. Это Маша, аптека-то рядом. Вчера я не успел, просто все аптеки тут, нету круглосуточной аптеки, короче, на Савеловске. Вот, а деньги уже были в 11 вечера, аптеки до 9, до 10. Ну, вот сейчас я куплю, там на базе где-нибудь положу, ребятам скажу, Маша придет, я ее увижу, перебинтую ее, или же сама, или кто-то из ребят поможет ей. Я прям в аптеку.